Здравствуйте, меня зовут Андрей Драгунов. Сегодня я нахожусь в прекрасном парке технологического института, где люди учатся на айтишников, на нефтяников, ну и на многие профессии. Я решил воспользоваться своим конституционным правом и баллотироваться в губернаторы. Почему? Потому что я понял, что я один из тех, кто помогает России в экономике и тех, кто создает экономику. Со мной стоят очень много предпринимателей, которые помогают России стать лучше. Я любой маленькой страны Узбекистана, Казахстана могу развить экономику до 100%, чтобы она развивалась. Многие люди меня спрашивают, сколько стоит твой час? Я говорю, мой стоит час 50 тысяч. И теперь я намерен баллотироваться в губернатор. Я знаю, что Владимир Владимирович Путин посмотрит мое видео, и я буду иметь встречу с Медведевым и с Путиным по одной причине, что я буду баллотироваться на то, чтобы создавать уже новую Россию в новых направлениях. Почему? Потому что все уже устарело. Коммунизм устарел, заводы заржавели, и все делать надо сейчас по-новому, как говорится, нанотехнологии. Поэтому поддержите меня. За мной стоят все предприниматели, за мной стоят очень большие люди для того, чтобы делать большой бизнес. Поддержите меня. Я хочу стать губернатором Кубани, потому что миллиардер Сергей Галицкий отказался от этого права, а я бы, как Андрей Николаевич Драгунов, хотел бы, миллиардер, хотел бы взять это право и взять, как говорится, ответственность. Как помните, Наполеон взял когда-то корону из грязи, поднял ее и пошел. Поэтому поддержите меня, друзья, для того, чтобы создать уже на Кубани мощнейший экономический союз. Поэтому я иду сейчас баллотироваться, об этом я буду сейчас рассказывать, как это происходит, как вступить в власть. Немногие из вас баллотировались в губернатор. Я знаю, что даже КПРФ выдвигала своего блогера, который какой-то блогер, непонятный политэкономикой, он там интересовался 36 лет, который ничего не сделал для России, ничего не помог для России. А мы, как я, который вернулся, потомок казаков, вернулся на Кубань, я хотел бы, чтобы помочь нашему кубанскому народу стать счастливее. Выбирайте меня. Я вам помогу. Каждая семья будет получать пособие, каждая семья будет получать образование, и каждая семья будет иметь право поступать в любой университет, либо Запада, либо России. Да благословит вас Бог. Спасибо.